Эпидемиологический порог превышен на 80%. На неделю закрыты школы Оренбурга. По словам эпидемиологов, предупредительные меры коснутся не только областного центра. Предложения даны всем главам муниципальных образований. И на сегодняшний день, помимо города Оренбурга, у нас приостанавливается ряд других территорий. Это и Гай, и город Орск завтрашнего дня, и дополнительные мероприятия, которые способствуют ограничению распространения, они введены на территории всей области. Приостановлена работа детских садов в Курманаевском районе. Готовится к эпидемии и системы здравоохранения. В связи с высоким уровнем заболеваемости нами развернуто дополнительно еще 280 коек. Все лечебные учреждения, которые относятся к группе инфекционных, и те, которые всегда традиционно разворачиваются дополнительно под эту инфекцию, они все оснащены противовирусными препаратами. Оренбуржцам специалисты советуют носить маски в людных местах. Рекомендуется мыть не только руки, но и нос, включить в рацион как можно больше витаминов. А вот скупать противовирусные препараты не стоит. Их профилактический прием рекомендован только людям из группы риска. Ажиотажный спрос на препараты, он тоже подогревается, наверное, с целью реализации. Потому что не заболевшим людям, не относящимся к группе риска, без назначения врача, приобретение таких дорогостоящих препаратов, которыми является ретровирусный препарат, мы не рекомендуем.